Здравствуйте. Сегодня 12 января. Россия. День прокуратуры. Мы поздравляем всех с праздником. И по этому поводу у нас в Одессе есть анекдот. После выборов встречаются два депутата. Один прокурор, другой бизнесмен. Бизнесмен говорит: вот ты мне скажи, вот у меня большой бизнес, немножко друзья ловешкой кашлянули, ну на эти бабули я и сделал предвыборную кампанию. А вот ты на какие шиши? Прокурор так стоит, говорит: получил отпускные. Говорит: нифига себе работа, такие отпускные. Говорит: ну это смотря кого отпустить. Пока, до завтра.